И всем привет опять. С вами Костя Артём. Если вы пришли из прошлой серии, то... в прошлой серии я поиграл в первую версию Siren Head. В том паке, который я скачал, там было две версии. Там первый это Siren Head, второй это Siren Head Remastered. Сейчас мы поиграем в Siren Head Remastered. Я сразу два видео выложу. Давайте погнали. Тут все намного багровее, тут все покрывало так. Тут же туман был, я заметил. Ага, охренеть. Хакер был, типа, был заявка о пропаже какого-то хакера. Мне послали что, чтобы найти этот игрок. Ну, я понял. Тут все такое же, как и было. Здесь клинер не будет. Я должен приснуть. Это Селена? А откуда она идет? Если просто давить скорую. Давай туман. Вот сюда. Вот это вот ваш Маркс. Маркс. Не победил. Тоже нет. Здесь тут будет уже типа погони в машине, не знаю. Ну, контент. А не тут туман такой. И багровый цвет там все проводит. Да, все еще не стоим. Я, наверное, наушники сниму, потому что я не хочу сейчас опасаться. Так. Что это за хуйня? Мне нужно приглядеться. Может ли это быть? Он нашла сейчас точно. Здорово, я понял. Здорово, пустит. Я убегу. Ты не хочет? Это сраный бережок. Ну, блин, быстрее буду стоять. Что-то я все равно вроде бы. Знаете, мы уже увидели, что происходит. Я выхожу, приезжаю. Так что давайте посмотрим, что происходит. Поймать. Больно. Не тупо шею сломал. Ну, с нами он просто намного мягче, чем с тем чуваком, который разорвал просто на мелкие кусочки. На этом все, пацаны. Хоррор был очень коротким. Ну, нечего уже делать, серьезно. Первую часть я уже выложила, если вы первым смотрите вот это, посмотрите еще и первую версию. Там в первой версии мы сбежали просто с машиной, только он нас поймал, и... Короче, спойлерить не буду. Игра короткая, неинтересная. Короче, херня какая-то. Я ждал большего. А я скажу... Спасибо за просмотр, комментируйте, ставьте лайки, если вам понравился видос, делитесь с друзьями, пишите игры, которые хотите увидеть на канале для слабых ВК в комментариях, и вообще пишите комментарии, мне будет очень приятно, даже если это будет ебать ты лох, и т.д. и т.п. Короче, всем спасибо за просмотр, и счастья!